Мы обычная семья. Бросили все и улетели жить. Добро пожаловать в наши будни. Кинзу все любят, не? Да. Это славненько. Нет. Так. Ты воняет клопами, вот это все. Что? Не обращай внимания. Папа бредит. Пойдем. Он такой, представляешь, он еще не обулся. Это ты офигел, тебе 100 раз сказали, обувайся. 10 минут около двери стоим. Всем большой привет, вы находитесь на нашем семейном канале, и мы едем сегодня на рыбалку. Эрику купили на днях удочку за 20 евро. Где малыш? Где машина? Надо ее опробовать, насколько она счастливая. Серьезное заявление. Так, да? Размерчик. Размерчик сумки. Ага. Вот на такой можно без проблем. А ты видел то, что я нашла недавно этот мотоцикл, полувелосипед? Наше серьезное кресло осталось там, с Агунту. Но Эрику купили вот такую сидушку. Ее надо перевернуть, Эрик. Ничего. Ну, я подхожу к краю, мне прям дух захватывает, если честно. Я подержусь и вот как-нибудь так прям нагнусь. А это чья? Ваша, что купила? А это моя. Ваша. Какого рода? Как твоя нет? 22 евро. Да я так и не дошел. Вообще кайф. Мы приехали на рыбалку. Я тут стараюсь не шуметь.
еще не завтракала. И как плавает рыба. А еще ведь вот она шевелит кусты. Не, Эрик не здесь. Эрик не здесь. Эрик буду. Эй, я буду ловить эту капусту. Я Эрика несла. Не успела весь процесс, но вот, первая готова. Ура! Какая большая! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну что, попалась, здравствуй. Она еще живая. Хочешь потрогать? Первый пошел. Да. Давай кроссовки одевай. Да. Зачем вы взяли мяч?
Ты знаешь, сколько у меня в Инстаграме лайков было, когда ты приготовил еду, курицу в кляре? Много. Я говорю, поставьте лайки, чтобы он выпустил рецепты. И народ реально ставил лайки. Причем хорошо. Курицу в кляре? Да. А ножки есть, что? Да. Так что давай ждем рецептов. Больше, больше. Перевязал? Так я-то перевязал 3, там же 6 было. А где они? Ну, нет. А, давай. С кормушкой или без? Одна осталась, Игорь. С кормушкой в любом случае. Ну, ладно. Только привязать ее как-то. По-другому, да. Как ее привязать? Другому? Да. Замочком начал не доверять. Это да. Не страшно. Мази немного. Да. Нет, да. Туда идти надо. А тут у нас тут. Этому, короче. Вот этой херне сколько лет? 3, почти. Раритета. Ну, вон там плесень сверху, видишь? Что-то далеко-то от берега. Да. Запуталась. Или ты закинешь? Да. Сейчас попробую. Да. Такой островок спокойствия, да? В каждом заколустье кто-нибудь договорит по-русски. Да? Даже в каждой маленькой испанской деревушке кто-то говорит по-русски. Да. Это года 2 назад Олег сказал, когда еще коронавирус был. Тут вообще людей нет. Пришел чувак, который говорит по-русски. Да. Он рыбку так себе поймал, пришел, посмотрел на нашу, такой, да, ничего, можно сюда. А мы находимся на таком островке небольшом. Вокруг нас везде горы. Почему же это другая рыбка уже? Вот так. Взяли две панамы, одну маленькую Эрику и одну на двоих с Олегом. И то случайно. Жутко не хватает. Да. Очень жарко, искупаться же невозможно. Я сижу такая... Что, невозможно? Ну как, где? Что? Эрик искупался. Он промочил кроссовки. Все, мокрый. Весь вот так вот по этой. Ушел туда, испугался. Костяну вытащил. Любит тонуть у нас ребенок. Я допрыгаю, я допрыгаю, я допрыгаю. Да, мама, я допрыгаю, я допрыгаю. Да, мама, я допрыгаю. То есть ты промочил один кроссовок? Нет, второй. Второй тоже? Да. Только пошел с одним. Я сделал всего... Шлепает, наверное, да, в кроссовке вода? Крови-то как? Где? Ой, еще я кусты потеребанился. Нет.
Або что? Об камыши? Нет, о палку. А где второй? Ну это камыши. На нем. Зачем тебе? Я допрыгал, а говорит он. Уничтожил кроссовки с ним. Ладно, пофиг. Сидела я тут в первом ряду, взяли, поставили стул. Сначала один приходит, потом второй приходит. Все мне загораживают. Еще сел со словами такими. Теперь я папа. Ну вот и все, и как с ним поспоришь? От тапочков следи. Ты так интересно рассказываешь, что мы не удержались и смотрели исключительно на тебя. Молодец. Но ты справился. Наша рыба! Ты почти успела. Почти еще успела? Одна. Да. Это самый большой, который есть на сегодняшний день. Офигеть. Молодец. Фантазует. А Ирик только что потерял рыбинку. То есть он поймал, но потерял. С молоком самец. Да. Молоко это самец. Колокольчик звонил, вы еще одну рыбу потеряли. Угу. Почти по локоть. Да. И Костян оттуда тащит. Он с того угла ловит, а мы тут сидим ловим. А Олежка в тенечке лежит, отдыхает. Карп-карп. Зеркальный 11-я. Карп, да? Тот же самый. Рыбинка. Подойди-ка. Ого! А можно меня сфоткать с ним? Вот это, я хочу с ним сфоткаться! Фотографируй. Подожди, как что ты сфоткал? Тут видно, что размер меня и. Да, да, охренеть, какая рыба, да? Обалдеть вообще! Наконец-то достойно. Пол тебя, слышишь? Достойный экземпляр. Пол тебя, смотри. От шеи до трусов. Почти жену поймал. От шеи до трусов. Поцелуй его, блядь. Превратиться, блядь. Удочка сложилась, ёпта. Нет. Ой, я даже взяла две батарейки, поэтому у нас сегодня и куча памяти, и батареек полно. Обалдеть. У меня даже в кадр не помещалось, надо было отходить подальше. Надо было раньше купаться. Точно. Открыла купальный сезон в 22-м году, и походу я призвала рыбушку сюда, в эту сторону, потому что я плавала с этой стороны, вот здесь вот зашла, вот сейчас Игорян там, вот здесь идет спуск, и там я поплавала одну прям минуточку. Олег пришел, я с ним 2 секунды постояла, и все, и сразу поймали еще одну рыбину. Это 12-я. И самая офигенная. И самая большая, 12-я. Хотя там, я не знаю, наверное, сравнивать надо, какая самая большая. Там нет, Костян это, поймал это, очень большую. Это да? Самая большая. Да? Это самая большая. Да. Бегут. Ой, прибежали. Тринадцатый. Сторон больше, короче. А я поймал худую. Дабл. Опа, давай. Так. Поймал худую, да, Костя. 13-я. Так его не подвинь лучше доски к себе.
уйдешь, не уйдешь. Меня еще никто не уходил. Кукай, рука. Ну что, ребят, сидим уже несколько часов. Опять не переключила я на видео. Ну ладно. В режиме фотографии поснимаю. Ой, мы тут так раскисли, так хорошо. Солнце светит, никого вокруг нет вообще. Красота. 14-я рыбешка. Ну вот, мы сидим вот тут и ищем. Где рыбешки? Где рыбешки? Они тут или тут? А может тут или тут? Вот там. А, это необычно. Ничего такого большого нет. Мы лежали вот здесь вот под деревцем, нашли себе небольшое местечко такое, чтобы просто быть хотя бы в тени, хотя бы некоторое время. Эрик поспал, Олег поспал, ну а так вообще и Игорь поспал, да. А в итоге, посмотрите, нету нигде ни одного такого вот прям места, чтобы отдохнуть где-нибудь в тени. Хотя вот эта вот гора весь день, она меняет свой цвет. Это было очень интересно наблюдать, то, что краски менялись с самого утра до вечера. И вроде одна и та же местность, но она смотрелась совершенно по-разному в течение дня. Это, конечно, интересно. Я вот весь день снимала, фотографировала, поэтому я заметила, что это вот так вот. Ну все, мы выезжаем домой, я собираю последние вещи. Надо отряхнуть. Вот наши сумки. И все, вперед. В гору. Потому что нам надо куда-то вот туда вот. Ох, мы поднялись полпути. У меня такая серьезная отдышка, если честно. Ну, сумки небольшие, они не тяжелые. Ну, они большие, но не тяжелые. Ох. Вот этот участок мы поднялись. Здесь. И вот тут. Сейчас мы должны подняться еще вот здесь. Но это уже чуть-чуть. Давайте покажу, где я иду и что мне предстоит сейчас пройти. Ну, примерно вот так вот это все выглядит. И там также выглядело, конечно. Ой, я вперед. И с песней. И вы там наверху. Не топочите, как слоны. Ой. Красота. Ой, теперь я добралась. Чуть-чуть осталось еще. Это не наша машина, другая. Поэтому еще можно чуть-чуть показать. Вот теперь отсюда сверху видно все. Мы хотим сюда приехать теперь с палатками прям на ночь. Потому что приезжать вот так вот на один день. Смотрите, море встало, все встало. Обалдеть. Отсюда сверху кажется, что даже ветра толком нет. Оно на самом деле это не так отличное течение. Где ты палатку увидел? Короче, наш друг увидел где-то тут палатку. Интересно, где? Почему она тут? Где она?
Где козырные места? Ну-ка, покажите мне. Хочу я видеть, хочу я все знать. Ты видишь? Там кто-то. Так, мальчишки еще пошли чабрец собирать. Там в полях вообще много чего полезного можно найти. Ну, так вот, в горах. Мы даже когда в Сагунто жили, было одно время, когда был коронавирус, мы кушали гранат, который реально выращен в условиях диких. Поэтому было очень интересно посмотреть, где он растет, как он растет. Когда мы жили в Пуэрто де Сагунто, у нас даже вышло так, что мы ходили и искали фрукты, которые реально растут в диких условиях. Нам было интересно, где они, как растут. И в Сагунто, именно в городе Сагунто, очень много таких плантаций, которые как минимум заброшены. И у них там было, например, лимон или еще что-нибудь. Вот. Но мы были в шоке от того, что насколько маленький бывает гранат. Вот это нас поразило. Как бы ее так одеть, чтобы мне хотя бы нормально было. Боже, как же жарко, ребята, вы бы знали. Я сгорела за сегодняшний день по полной. То есть у меня была кожа белая, сейчас она стала розовой. И сколько дней я буду приходить в себя, неизвестно. Потому что у меня все тут красное вообще. Ну, ничего страшного. Все равно, это солнце, которое в Испании, оно более, в общем, как просклонять-то, я не знаю. В общем, солнце щадит меня в Испании, а в Таиланде не было бы такого варианта. То есть, если я забыла крем от загара, то это максимум час-полтора на пляже. Все, через час-полтора мне просто конец. Потому что я сгорю, перегорю и так далее. Если как бы мы там пробыли хотя бы там 2-3-4 недели, после этого у меня уже кожа может привыкнуть. Но до этого времени или когда даже мы жили, и я, например, там месяц не была на пляже, и я, может быть, и загорела, но я давно не видела солнца, я сгорала моментально. Просто даже по загоревшей коже у меня вот прям был дальше ожог солнечный и так далее. Поэтому алоэ и вера, конечно, рулят. Ребята, спасибо большое, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Смотрите мой канал. Мои плечи говорят мне слишком. Это было слишком. Ну вот. Ну что, сколько, я не знаю, 4-5, я не знаю, сколько. Давай, поболее. Поболее, давай. Поболее, давай. Мы сегодня сожрём. Это факт. У нас 14, так что 7 откидывай и разберемся. У вас семья большая и детей много. Класс, нормально. А еще дети очень большие. Кто бы ее готовил? Она же даже не ест. Как кто? В смысле кто? Едят только двое. Рыбу вообще? Да. И остальные вообще не питаются рыбой, только мясом? Исключительно мясо? Не рыбу, двое рыбу точно не едят. Офигеть. Как так можно жить? Нужно есть и рыбу, и мясо, и то, и все, и по чуть-чуть.